12. Я квартиру снимаю. На проспекте Ленина. Мне сказали, туда нужно ехать на 14 на троллейбус. А это 12 пришел. Еще 2. Каждый раз там зимой на остановке по 1.5 часа. Пока это 14 троллейбус дождешься, да? Thank you.
лодка мороженой! Ладно, что делать, посмотрим уже, что там все будет. Картинка! Дедушка! Добрый дедушка! По глазам видно! Мать! Такой маленький! Такой красивый, а? Какой черный! Как были, а? Как были, а? Ладно, что написано тут? Посмотрим. О! Выслушав приказания Верховной Личности Господа, вас удивят! Вас удивят! Приготовился вынести своего ребенка из комнаты, где он родился. И как раз в этот момент у Нанды, и Яшоди, буквы русские, слова не русские, родился дочь. У меня тоже родился дочь. Маленькая девочка, кормить нечем, папа книжечку купил. Это была ёлка моя. Ёлка моя. Внутренняя энергия Господа. Под действием этой внутренней энергии ёлка моя. Юга мои, юга твои. Под действием этой внутренней энергии юга мои, все живущие во дворце камсы. Камсы. Селёдка какой-то. Особенно сестра. Погрузились в глубокий сон. И все во дворце, и в отцовой двери, и в отцовой двери. В отцовой двери отрубились, когда они были заперты и опутаны железными цветами. Ночь была очень темной, но как только вас не перестали, цифра отрубилась в глубокий. Конечно, сон слушать, не затратить на базаре, мандаринка продавать, что угодно. Конечно, сон. Йога мои, йога твои. Ой, как,
Но ты все-таки должен взять с собой зонт. А хочешь, я пойду с тобой. Будешь на зонте на твоей головой. Нет, мамочка. Если ты сможешь сделать так, что над каждым рамтеленком будут нести зонтик, тогда я соглашусь. Ну все, я пошел. Ребята, заждали. Кришна, Кришна. Все маленькие мальчики неугомонны по природе. Мой Кришна, такой же, как и все дети наши дети. Будет гулять очень далеко. В одной из таких прогулок остропливая Агасура проплатил ее целиком. И только по милости Кришна он был спасен. В другой раз Агасура проплатил не только моего мальчика, но и всех детей нашей деревни. Что мне делать? Как быть? А будет ли счастье когда-нибудь? Птица не умещает для лучшего и нашего сына. Надо мне знать, чтобы защитить детей. Оля Шода, неужели ты забыла слова великого Гаргамуни, который произнес: «Твой сын встретит множество демонов на своем пути, но по милости Господа Нараяны он победит их всех». Слова великих браманов всегда правдивы. Мы ведь не должны скорбить. Нам нужно воздавать милости, и тогда мы сможем преодолеть все несчастья. Дорогой, почему плачешь? Такой красивый, такой грустный, да? Да чего женщина дает? Почему плачешь? Слушай, держи его за мной, сынка, хочешь? Не хочет? Скажи мне, дорогой, а вот вы сейчас говорили, а кто такой Кришна? Скажи. Кришна, наш сын. Кришна, самый лучший сын. Сын? Почему плачь? Добрый человек. На, возьми это. Ушел. Интересно. Лучший сын. Дама Джумарагин Шидовичуа. В этом надо разобраться. Я иду искать. Кто не спрятался, я не виноват.
Мама,
Матушка Пурнамаси, беда! Что случилось, дорогая Манджула? Матушка Пурнамаси, я только что встретила Кану своего недавно, я его видела. Ну, дорогая Манджула, этого не может быть, что-то здесь не то. С этим надо разобраться. Если Ханса попробует приблизиться к Радхарани, нужно сделать так, чтобы Кришна и Радхарани были вместе. Поэтому иди и найди Кришну. Матушка Пурнамаси, матушка Пурнамаси, Джатила идет. Она разыскивает травку по всему лесу. Сейчас она отправится к Сурьякунде. Успокойся, дорогая Пурнамаси. Тебе нужно пройти и предупредить травку. А ты, Бринда, найди Валараму и тоже приведи его на травку. А я сама встречу нашу дорогую Джатилу. Поэтому, пожалуйста, иди к себе домой, чтобы встретиться со своей внучкой.
Thank you.
Мой правитель накажет каждого, кто посмеет посягать на его владение. Чтобы никто и никогда не посмел больше поступать таким образом. Какому же наказанию мы тебя подвергли? Хочешь, мы привяжем тебя к этому колючему дереву? Да? А, или если хочешь, мы можем подвязать тебя за шерсть к этой пальме. Ну или в конце концов, мы можем спустить тебя с этого утеса прямо в Ямуну. Какое наказание ты выделишь? Пожалуйста, всемилостивый повелитель, назначь мне такое наказание. Такое наказание, чтобы мой живот был всегда вот. Дорогие подруги, отпустите этого несчастного брахмана, который всегда думает только о том, как набить свой живот. Пускай он отправляется к своему царю. Thank you.
вы меня оскорбили. Теперь очень хорошо. Я прощу вас. Если вы, конечно, накормите меня сотни, тысячу, лам. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, 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 Hare Hare,
Спасибо.